нашей учебке ты научишься всему, что необходимо для битвы против Blackwood. Запомни главное. Движение — это жизнь. Будешь стоять на месте, считай, ты уже не жилец. Вылезай с вертушки. Рывок позволяет резко увеличить скорость на несколько секунд. Добеги до контрольной точки. На поле боя встречаются препятствия. Есть стены, на которые можно залезть. Заберись на стену. Передвигаясь, пригнувшись, ты издаешь меньше шума и можешь пробираться под препятствиями. Проберись под этим препятствием. На высокие препятствия нельзя запрыгнуть, зато можно залезть. Залезь на балкон через перила. Оружие – лучший друг солдата. Его нужно знать как свои пять пальцев. Попробуй попасть по мишеням. Забывай следить за патронами и вовремя перезаряжь. Иди к контрольной точке. Прицеливание повышает точность, что делает стрельбу более эффективной. Будешь палить куда попало, долго не протянешь. Прицелься и порази мишени. Прицелься и попади по мишеням. Прицелься и попади по мишеням. Есть гранаты, которые могут уничтожить сразу несколько целей. Метни гранату и порази цели. Осторожно, граната! Иди к следующей контрольной точке. Только штурмовик может пополнять боезапас, как свой, так и напарников по команде. Пополни боезапас напарника. Пополни свой боезапас. С помощью напарников можно взбираться на очень высокие... Соверши совместное действие. Ты можешь помогать напарникам преодолевать препятствия. Помоги напарнику забраться на стену. Существует 4 класса бойцов. Штурмовик и снайпер доступны сразу, а медик и инженер... Откроются, когда ты наберешься опыта. У каждого класса свои особые умения и снаряжение. Переключись на снайпер. Смени класс на снайпера. Снайпер смертоносен на дальней дистанции. Он наносит высокий урон и способен отслеживать все передвижения врага. Порази все цели из снайперской винтовки. Порази все цели из снайперской винтовки. Бойцы любого класса могут подбирать оружие, лежащее на земле. Подбери оружие. В некоторых миссиях в твоем распоряжении будут гранатометы. С их помощью можно подбить технику врага. Попади в цель из гранатомета. Отлично! Теперь пора показать себя в настоящем бою.